Посетил губернатор и центральную городскую больницу. Здесь Дмитрию Кобылкину показали, как работает электронная регистратура, каковы возможности нового медицинского оборудования больницы. А кроме того, медики обратились к главе региона за помощью в решении своих проблем. В частности, врачи дальнего СМП говорили о том, что надо решать вопрос со статусом поликлиники и помещением, в котором они работают, и которое принадлежит РЖД. А главный врач центра СПИД говорил о дополнительных средствах на приобретение препаратов для ВИЧ-инфицированных людей. Речь идет о многомиллионной сумме. Все, пишите тогда, давайте. Мне кажется, порядка 200 миллионов в год. Ну, я понимаю, давайте, просто начнем. С чего-то начнем.